Hello, гайсики, ну что, вы готовы? Вы готовы встречать новую мышку в Brawl Stars? Я бы ее назвал даже крысой, потому что этот персонаж ультра-имбовый, и мы его в этом видео начнем пушить. Возможно, даже на 35 ранг, потому что я запускаю трансляцию сразу после этого видоса, ребяточки, и мы летим! Мы летим, но перед этим мне надо его купить, мне надо его задонатить. Господи, $20 стоит эта мышка. $20. И что нам входит в эту стоимость? Новый значок, два новых значка. Подарок золото плюс еще один значок, еще два новых значка. После чего мы получаем еще 2200 очков силы и один значок. Потом мы получаем 80 гемов, еще значки, еще золото. И в конце мы получаем скин. Вот такой вот бурильщик с сыром на 6-й день, я так понимаю. И это все будет разблокироваться бесплатно, донатить ничего больше не надо. То есть покупаешь эту акцию и бам, у тебя это на аккаунте. Давайте проверим. $20, да? Ну окей, поехали. Так. Летит! Летит! Вот она! А, шикарно, шикарно! Прилетела! Зараза такая! Домой сюда, домой. Так, отлично. Друзья, меня на улицах часто встречают, просят прокачку. В интернете тоже пишут: «Холдик, прокачай меня, я видел, ты там задонатил одному подписчику, второму, третьему». Блин, как попасть в прокачку? Все спрашивают, но никто не знает. Друзья, вы рили не знаете, как попросить у меня донат, чтобы я вам задонатил? Давайте, кто еще от меня ни разу не получал донат, обращение к вам. Если вы хотите, чтобы я вам эту мышку купил на аккаунт, выполните пару действий, и я вам ее задоначу. Готовы? Точно готовы? Если готовы, повторяйте за мной. Надеюсь, вы справитесь. Первое, что вы должны сделать, это поставить лайк на это видео и подписаться на мой канал. Ну а второе, вам нужно спуститься в мой телеграм, естественно, подписаться на него. И вот здесь, смеете, получить мой есть кнопочка. Посмотри. Очень мало людей нажали на эту кнопку, а знаешь почему? А потому что им лень подписываться на вот эти паблики, которые в этом списке. Видишь, их 7 штук вот. И тут один из них, кстати, хомяк. Ой, енот. Просто подпишись на вот эти паблики, и потом эта кнопка у тебя заработает. А многие не знают, как это сделать, и не участвуют, прикинь. А другие получают донаты вместо тебя. Поэтому ныряй и забирай своего мо. Если ты самостоятельный парень и хочешь задонатить сам, то мой магазин к твоим услугам. Покупать в несколько кликов, показываю, кнопка купить, листаешь вниз, вот этот мо, значит, нажимаешь купить, пишешь свою почту, пополняешь счет, оплачиваешь, пишешь код, и мо у тебя на аккаунте. В общем, для доната ссылка в описании, для того, чтобы я тебе купил, тоже в описании. Возвращаемся в игру. Фух! Ну что, дамы и господа, мне интересно самому, что это, что я сразу могу эти подарки забрать? Подождите, а как? Реально? Сразу? Я думал, они будут разблокироваться каждый день. А оказывается, я могу сразу? Сразу получить скин? Так давайте сделаем это. Ну, почему бы и нет? Ну, я, знаете, привык, когда выходит новый персонаж, пока поиграть на новом персонаже. А потом уже... Ой, боже... больше всего трофеев. А потом уже брать на него скин. Давайте возьмем. Но она с этим бурильщиком выглядит не маленькая, не маленькая. То есть я думал, она такая манюсенькая будет в меню. Так, прокачиваем ее до 11 уровня. И разблокируем все гаджеты. Первый гаджет — черный копатель. Мо выкапывает ценные предметы, которые увеличивают скорость зарядки супера 50%. На нафиг. Вы знаете, что разрабы добавили этого персонажа в честь моей тапалки? Если вы не в курсе, я создал свою тапалку, которая круче хомяка. Вы, не знаю, пройдет 100 лет, до сих пор будете ждать листинг хомяка, в то время, когда у Холдика уже залистится его монета на биржу и уже будет торговаться на рынке. И причем получат топовый дроп только те, кто попали в топ-лидера. Вы не знаете про моего хомяка? Точнее, енота? Ссылка тоже будет в описании. Топ-игроки в еноте получают БП в конце недели. Это моя тапалка. На холдик Каурум Крипто есть подробный обзор этой тапалки. И, кстати, мы добавили список лидеров. Ой, вот он, где он? Лидеры, вот. Теперь ты можешь смотреть, в каком ты месте находишься, да? И сколько у тебя баллов. Просто тапаешь енотика, летаешь и зарабатываешь себе баксы, которые потом обменяешь на рил деньги. Так что удачки тебе.
Ссылка в описании. Более подробно на стриме расскажу, покажу, поэтому приходите, чтобы не втыкать. Так, мы прокачались, да? Я не знаю, что по картам вообще? Что по картам сегодня? Бам-бам-бам, озеро мертвецов. Ну, давайте сейчас проверим в ШД для начала. О, в дуэли? Не, в дуэлях не хочу. Так, нажимаем одиночное. Ну, давайте, а что у нас на цыпочках? О, кстати, сегодня в гемах будем апаться. Фуловый персонаж. Я по гаджетам не разобрался. Мой делает небольшой рывок на дорогокопе, разрушающий стены, отбрасывая бойцов в стороны. Мо выкапывает ценные предметы, которые увеличивают скорость зарядки супер на 50%. Давай вот это попробуем. Дырокол Мо перемещается быстрее. Камни, которые бросает Мо, отскакивают дважды. Офигеть, просто офигеть. Ладно, давайте вот это пока дефолтное попробуем. Карта озера мертвецов, поехали. Let's go, let's get it. Я думаю, что персонаж имба. Сейчас проверим. Я по Brawl Talk, по сникпику видел, мышка реально делает вещи. Короче, поехали. Это персонаж, я хочу, чтобы... Ой-ой-ой-ой. Вообще было бы идеально сделать, чтобы этот персонаж был контроль киту. Том и Джерри такой, знаете, чисто. Так, а ульта сама по себе фармится или ноу? Ноу. Так, ну окей. Юзаем бурильщик. Ага, ага, ага. Ого, он перемещается. На нафиг, посмотри. Так, хорошо. Ага, и все, да? И все. Ну, непонятно. А подождите, а я стены так и не разрушил, вроде бы как. Это мы сейчас разберемся, какая пассивка круче. А я взял... Ой-ой-ой, тихо. А, вот оно, вот оно, вот оно как работает. О, подожди, я так и опять не разрушил стены. Не понимаю. А, либо я что-то... А, подождите, у меня же еще гаджет есть. Я гаджет ни разу не юзал. Я гаджет еще ни разу не юзал. Ну, блин, я и не юзну, походу, его. Мне надо набить ульту и проверить гаджет. Можно использовать только в дырокопе. Дырокоп. Блин, какая она маленькая, ребята, попробуй по ней попасть. Она вообще микроб. Реально. То есть на телефоне ее вообще не будет видно, она такая маленькая. Дай мне ульту. Как спайк, ребята, тупо разносит, как спайк. Так, ну вот, используем этот. Используем... А, вот он как гаджет работает. Блин, ну такое. Не, прикольно. Не, прикольно. Ломать стены, может, в футболе будет полезно. Но я не знаю, что там, может, второй гаджет круче. Надо сейчас проверить второй гаджет и вторую пассивку. Так, с быстрым перемещением. Прикольно, мне понравилось. Так, окей. Давайте возьмем... Отлично, мне еще дропчики дали. Так, Мо... Выкапывает ценные предметы, которые увеличивают скорость. Ну вот это давайте проверим. И давайте проверим вот эту пассивку, окей? И в принципе, знаете что, я думаю, пока в ШД бесполезная штука, возьмем дополнительный гаджет. Перемещение в кустах, быстро. Так, ну let's go, let's go. Пока мне нравится, пока мне нравится. У нее очень большой урон в дырокопе. В дырокопе. Так. Ага, вот прям сейчас могу изнуть гаджет. А, я понял, я юзнул гаджет. Подожди, неправильно. Надо юзнуть гаджет и наносить же урон, правильно, соперникам? Во-во-во-во-во, я быстро, я накопил ульту, получается, да, пару тычек. Поехали, залетаем. Ой-ой-ой-ой-ой, что? Как же она кошмарит, как же она... А тут я уже выбрать траекторию дырокопа не могу, ребята. Это интересно, из-за пассивки? Это из-за пассивки я не могу? Или чего? Ай, блин, меня убили. Вы что, хотите сказать, я слился? А, нет, не слился. Так, мне, где я мог перемещаться на дырокопе, понравилось больше с ультой. Камни, которые бросают мод, скакивают дважды. Дырокоп Мо перемещается быстрее. Моб делает небольшой рывок, сейчас стены. Блин, походу вот эта пассивка. Вот это можно перемещаться с ульты. Или я... И подождите, может я неправильно понял. Еще раз давайте, еще одну каточку. Блин, ну по-моему персонаж жирный. Но блин, он мифический, не дешевый, ребят, не дешевый. Поэтому давайте так, если вы хотите, чтобы я вам задонил,
Летите туда, в Телеграм. Понимаете, многие реально неправильно участвуют в конкурсе. Они нажимают кнопку «Забрать МО», но они не понимают, что они не участвуют в конкурсе, потому что они не подписались на всех тех, кто у меня в посте, да, указан. А это важное условие. Поэтому проверь, выполнили ли ты это условие. Так. Блин, видите, камни разлетаются пипец как далеко. Просто нереально далеко. Посмотрите. Это круче, чем спайк. На нафиг. А не, могу перемещаться на дырокопии там. Могу. Да, могу, все нормально. Так. Блин, ну и вот пока непонятно, какой гаджет лучше. Наверное, который копит ульту, скорее всего. Ну, блин, ну, очевидно же, ульта копится быстро. Хотя, надо проверить, как быстро она копится без гаджета. Что-то она прям, я бы не сказал, что с гаджетом прям ультра быстро копится, да? Тем не менее, гаджет надо потратить, да? А там разрушает стеночки, то есть она может под раскрытие работать. Ну, хз. Типа, смотря какой пик. Тут же все, наверное, зависит от карты, от пика, от режима. Так. А не достает, да? Вот так, если стрельнуть камни. А не, достают. Не, ну, пипец. Перс очень интересный. Давайте проверим скинчик на него. Так, вот он скин. Сочный скинчик. В общем, приходите на стрим. Прямо сейчас пойду запускать прямую трансляцию и начну пушить этого персика на 30-й, а возможно и 35-й ранг. Лайк, подписка. Ну и ссылка на МО, где ты можешь его получить бесплатно, в описании. Ну и если хочешь его задонатить себе на аккаунт, тоже в описании. Увидимся на стриме.